И всем привет, дорогие друзья, с вами Даня Океанов и... Даня, указан один фул, сегодня мы играем Минотавр Мейс, надо сбежать от монстра, за которого я играю. Ты сейчас? Играешь? Да, я играю за Минотавра, монстра, за которого ты должен убежать. Сейчас в данный момент, кажется, на сервере играет два человека. Подожди, а куда мне убежать надо? Ты должен найти выход из лабиринта. Офигеть. Ух ты, это кто? А как быстро бегать? Быстро бегать здесь нельзя, он и так... Он еще быстро пробежал, чувак, передо мной. Не знаю. Нет, читер. Это не... Здесь на этой игре читы нет, в общем, ребят. В общем, читов на этой видеоигре нет. Чувак, я монстр, я не так выгляжу. Ты, если меня увидишь, ты описываешься, реально. Потому что он чрезвычайно страшен. Я уже близок. Я вроде выход нашел. Я через дверь прошел к ней. Ты нашел выход. Действительно. Мне бомба. Я выиграл. Кто выиграл? Как? Выиграл Даня Океанов. Потому что на канале 3000 подписчиков. 3000 подписчиков, которых ты не любишь. Почему я обожаю? Они для меня очень дорогие. Я прорезал какого-то урода, пытающегося найти лабиринт. Опа! На! Убил. Это ты был? Нет, я сижу. А, вот, я тебя вижу, сейчас ты умрешь тоже. Нет. Стой на месте! Хочу. Ну ты козел. Я бегу за тобой. Я очкую. Блин, отстань. Где выход, а? Ты видел меня хоть? А? Ты видел? Не слабо. Мой... Да и быстрее уже беги, монстр ты поганый, а? Не, я вообще очкливый. Очкливый. Я очку, ну ты вообще офигеешь просто. Трусливый, а не очкливый, а? Я очкливый, трусливый, блин, все сразу. Опа! Почти догнал! Оглянись! Нет, все равно... Нет, отстань меня! Быстрее, нет! А я думал, это он сейчас пройдет. Блин, давай беги. Я уже прям в него бью, почему? Может ты... Соткнись! Ой. Так, надо сменить тему, чтобы было не страшно. У нас, посмотрите, на нашем канале с Максом. Подожди. Нет. О, блин, ну! Ох, нифига себе! Вот. Я так офигел. Вот это я. Офигеть, ты здоровый. А я ничего. Хотел сменить тему, чтобы не испугаться. Я испугался, как, блин, испугливая девочка. Это ты? Ой. Это действительно пугливый парень. Ой, господи. Так, а на что о планах? Ну, вы говорил с Максом... Чтобы посмотрели влог первый, воскресный будет называться. Воскресный влог номер один в нашем канале. Он очень офигенный. Я его уже, например, посмотрел, да, действительно достойный. Но мне понравился, я Лоис в скором времени поставлю, просто я не успел посмотреть. Я посмотрел объявление у них в группе. Кстати, почему-то у вас туда никто не заходит. Больше интересно. Не знаю, там ничего интересного. Кстати, их влог будет выходить каждое воскресенье. Понятно, что воскресный влог выходит в воскресенье, чего. Каждое воскресенье будет. И капитан очевидность на самом деле. Пройдет 30 воскресеньев и будет 30 влогов. Ладно! И все будут супер интересны. Слушай, я думал 40. Видишь? Почему я бегаю и найти тебя не могу? Что? Потому что, блин, кто-то умеет играть просто в эту игру. Мне кажется, тебе очень интересно играть. Вот. Ну, не знаю. В комментариях вам нравится посмотреть или нет? Многим может и понравиться. Например, игра хоть и не особо доработана, но попугаться, когда бегаешь от Минотавра, и он близко к тебе, будет гораздо интереснее. Да и к тому же в таких видеоиграх можно просто высказываться о будущем своего канала. Вот мы, например, уже сколько зданий пытаемся снять видео совместное, у нас ничего не получается, как будто судьба, реально. То у него что-то не работает, то это Windows 8 просто не дает нам поиграть. Все время какие-то проблемы, баги, и вот мы решили снять подобные простенькие игры, потому что мы уже нереально. На Cry of Fire, как он называется? Cry of Fear. Снять и ничего не получилось. Да. Ну, может, в скором времени получится. Ну ты говорил слабенький компьютер, но там вообще как-то без разницы, реально. То есть она потянет на все компы. Почему-то я путаюсь, реально. Надо... О, дверь нашел. Опа!
Ох, двоих сразу перебил. Я дверь-то нашел просто. Ну, просто кто-то умеет играть, понимаешь? Ну, конечно, просто наугад бегаешь и все. Умеет играть. Конечно, так я тебе и поверил, ага. Ух ты, блин, а ты пробежал. Ух ты, блин. Опа-на, нашел парня. Стоять. Убил все равно, блин. Убил меня. Убил. Нет. Вообще, люди увидят все равно, я тебе говорю. Ты не убил меня? Я тебя грохнул. Ну, у меня вот, посмотри мое видео потом, ты увидишь, что ты меня не убил. Я успел в дверь выйти. А ты потом мое посмотри, ты увидишь, что я тебя грохнул просто. Ну, вот а ты не ожидал то, что ты так найдешь, козлина, а? Нахал. Я уже 4 раза нашел дверь. Молодец. Кстати, вот эти чуваки, которые с нами играют, они не подозревают то, что мы снимаем даже. Что? Ну, вот чуваки, которые с нами играют, то вот там гей какой-то и... Гей, ну правильно. Пейтон. Вот, они даже не подозревают то, что мы снимаем. Ну, естественно, они какие-то не русские, они вообще, наверное, не знают такое понятие, как домзикам. Он вообще, вот, Даня на Камтазе рекордер все записывает. Такое бывает. Нет, достойная камера тоже интересная такая. Я раньше ей пользовался. Когда... О, кстати, можно с тобой на Battlefield Heroes записать. Ну, Battlefield Heroes записать летсплей, там, короче, как Battlefield, все только в мультяшной графике, типа, Team Fortress ты играл? Да, играл. Это реально очень круто. Да, ты уже задолбался бегать, чувак. Я тоже задолбался. Где вы находитесь? Надо будет снять летсплей, который сюжет, ну, прохождение, все такое. А, ну да. Кстати, чё, каратель больше не играешь? Я каратель снимать буду в будущем, просто уже... Ой, господи, как-то неохота все. Почему? Ух ты, отстань. Ой, ты жив, что ли? Да. Ай-яй-яй. Что-то ты как-то идешь просто. Слышь, у меня баги. Баги. Ты на месте? Сейчас просто идешь пешком? Я иду пешком. Реально? Да. Я бегать не умею. Блин, бред какой. Ух ты, прикинь. Я поднялся на второй этаж как-то, ну просто взлетел в потолок и... Ой, нет. Чё за хрень? У меня сейчас багает всё. Привет. Это недоработанная игра, слышь, привет, я тебя дал... Привет, Данил. Привет, да привет! Всё, короче. Хорошо? Как твой канал? Слышь? Давай это... Эй, рогатый, как твой канал? У меня есть предложение, короче. Сейчас давай сделаем такую хрень, то что вот, мы же... Я этот сайт знаю, игротвоонлайн.ру, там, короче... Многопользовательские игры, давай сейчас сделаем такой, типа, приколюху, вот, поиграли в одну игру где-то 5 минут, и поиграем в другую, вот сейчас, в эту уже поиграли, так сказать, можно уже к следующей перейти, если хочешь. Давай. Так будет, давай, все. Ждите, ребяточки, через мгновение. Так, все, я на паузу поставил, ставь тоже. Мы продолжаем наше путешествие по сайту игротвоонлайн.ру и сейчас... Продолжаем, и ссылка на рецепт будет в описании под этим видео. Да, точно, лишь бы не забыть. Кстати, эта игра называется Counter-Strike GO. Вы просто посмотрите. Стой, я застрял в текстурах. Молодец, нажми Join, видишь там, где команда? Все, молодец. Сейчас Даня Океанов... Действительно, она очень похожа на настоящую. Действительно очень похоже на Counter-Strike Global Offensive. Тут все так реалистично, графика просто зашкаливающая. Зашкаливает вообще, как GTA 5. Да, лучше даже, я бы сказал. Вот я GTA 5 играл, вот эта игра ничем не сравнится, я вот и вам правду говорю. Вот эти качественные звуки, реалистичные. Сейчас я убью кого-то, как танец. О, убил! В хедушку прям убил. Что? И вот я дебил, блин. Прикинь, своего стрелял. Он думал не свой, он хочет свой. Лолка. Смотрите, нас гораздо больше, и вот сейчас я играю против команды жестких постоянных. Нет, я за себя играю. Не хочешь, я зайду за тебя еще. Знаете, почему сейчас Данил, тот 1-1 фул, так тихо говорит, потому что у него... Меня затрифорировал мамка. Нет, меня просто затрифорировал мамка, чего. Нет, мне просто сказали говорить тихо. Потому что я не имею права нарушать. Я не должен нарушать сон.
времени в твоем городе? 21:44. Ну, чувак, я еще дитё. У тебя особо развитая. Которые блоги еще не снимают даже. Не что, что я дитё, не снимающие блоги. Чувак, ты видел хоть единого нормального меняемого парня, снимающего блоги? Нет, там одни школьники, попадающие в школоблогеры, кстати говоря. А, кстати говоря, я же тебе говорю то, что мы с Максом выходили на сходку к Нефёдову. А? А, да, я это знаю, да, говорил. То, что мы ходили с Максом на сходку с Нефёдовым. Видео, скорее всего, не будет, потому что мы как-то там не очень поснимали, как-то там... Ну, не хотелось снимать, мы там развлекались. Потом играли в Mortal Kombat на Xbox, и потом... А он тебя вызывал? Да, там можно... Вызвал меня, как бы взял, и Максом, с Максом играли, говорит. Вроде-то, если вы не уверены, потому что вообще играли, да? Вообще там развлекался. Вот. Потом, что там было еще? Ответы на вопросы были, разные знакомства были. Ну, вообще, веселуха была. Мне понравилось. Так, Нефёдов, прикинь, самому Нефёдову руку пожал. Блин, меня вроде школота убил. Какой ты школота тебя убил? Какой это? Нет, ты что? Надо говорить, какой это. Как правильно. Блин, игра, конечно же, раздражающая, как мне кажется. Надо будет, кстати, слушай, мне кажется, идет тон спокойный, прям вот как... Мне идет спокойный тон. Действительно. Почему игра прямолинейная? Я даже сквозь кусты пройти не могу. Временами. Застреваю в текстуре. Понятно. Я просто уже, честно говоря, запутался. Я вообще за террористов или за ментов играю? А, да, я за террористов. Да. Ну, здесь, да, Team B и Team A. Я тебя убил. Ставьте ему дизлайк, короче, а мне лайк под видео. Нет, вам бороться надо. Знаете, я убил... Грохнул. Ну вот, Нефёдов, прикинь, я кое-что чисто ему руку пожал, так взял, так и пятёру ему тогда. Чувак, мне, например, Андрей Нефёдов не так уж особо нравится. Реально, вот. Почему? Ой, меня грохнули, слушай, Сейк-70. Всё, ставьте ему дизлайк. Я уже раз 10 грохнул, чувак. А я тебя грохнул, значит, ставьте дизлайк ему. Я тебя грохну и все. Всем дизлайк. Блин, в следующий раз можно сыграть в Мафию 2 мультиплеер, так есть. В следующий раз, подожди, я хотел спросить у тебя. Что ты не скажешь больше Saints Row 4? Saints Row 4, как бы, во-первых, мой партнер сейчас вот по совместному прохождению, во-первых, сейчас отсутствует, в основном в сеть-то не заходит, на связи не появляется. В общем, отмели идею, во-первых, по Saints Row. Можем, конечно же, продолжить, на самом деле. Я просто еще думаю, что это уже совсем проевшаяся распространенная тема, которая не будет интересна уже другим игрокам, потому что так же много уже выпускали, как Майнкрафт. И так. Не так, как много Майнкрафта. Ну, не знаю, но никак, не так много, конечно, но... Меня здесь убили, сейчас мой труп стреляется. Ясно, понятно. Мне кажется, мы вообще вернусь снимаем. Вот сейчас можно как бы включить видео, зайти в ВК, просто слушать и сидеть в ВК и слушать. Даже слушать. Смотреть нечего. Ребятки, надо подойти сзади вот этого парня. А это кажется... Даня, да? Да, это Даня, хедшот. Просто задрот. Ставьте ему дизлайк, потому что он задрот. Вне игры, ничего не снимает даже. Лень. Ты неделю на своем канале ничего не выпускал, или сколько уже? Две? Три? Да я просто собираю записи, чтобы, знаешь, неделя таких выпусков была прям огромная. Так, смотри, мы с Максом, вот ничего заранее не делаем, у нас каждый день выпуск, ну, видео выходит. Все, ну, я не знаю, я... Вот как-то предпочитаю заранее все снимать, а потом уже выкладывать. Что-то так выгоднее будет. Например, снимал там 10 выпусков за неделю, а потом выложил все. А
Может, каждый день быть что-то. И выложил каждый день, чтобы зрителям это было интересно. Чтобы тебя не отворачивались, а не от тебя. Кто будет отворачиваться? Не, просмотры есть, есть, лайки есть, есть, комменты есть, есть. Так, надо на одном оставить, надо достигаться еще больше. От меня ничего не убывает, чувак. Я буду снимать. Ты на одном сидишь уровень. А какой уровень я должен снимать? Видеоблоги? Ты должен, не знаю, там развиваться, чтобы больше подписчиков было, больше просмотров. Чувак, я сейчас не раскручиваюсь. Если в любом случае я могу зайти на приватный сайт моего друга и все. Все изменится. А, ну как ты нам помогал поначалу? Поначалу, да. Когда ну просто не хочу. Подписчиков? Ну да, приблизительно так. У нас было 6 подписчиков, а сейчас уже все наоборот. Ну я не хочу раскручиваться. Это не для меня. У меня есть активные, так сказать, фанаты, подписчики, пишущие мне каждый день ВКонтакте. Хоть они мне и достают временами. Каждый день новые появляются, я тебе скажу даже так. Вот, я об этом говорю, мне по 6-7 человек в день добавляется и пишет. Знаешь, как приятно, когда... Ой, он меня убил. Я тебя убил? Ты меня убил. Ну все, кстати, дизлайка мне лайк. Нет, 2-1. Так что все. Блин, я, короче, знаешь, попытаюсь в Сан-Вегасе сделать так, типа, 2-1. Потом так 1-0-0-1. Но у меня ничего не получится, потому что я нуб. Все, Макс мутирует, Макс молодец. Ну, естественно, Макс, да. Макс реально очень круто, восхитительно монтирует прям. Он считает, снимается монтажом только 3 месяца, что через год он вообще будет мастером, может фильмы будет монтировать ему. Да чувак, он и сейчас может монтировать фильмы, здесь просто нужно захотеть. Я, например, тоже смогу смонтировать какой-то фильм достойно, просто у меня нету определенных отрезков и фрагментов для этого монтажа. Допустим, я хочу снять какой-то качественный, нет, подожди, хочу снять какой-то качественный видеоролик, но у меня в данный момент нет подходящей камеры. Допустим, она у меня есть, но там такой шнур для подключения к компьютеру очень своеобразный. Он подключается только к компьютеру моего брата, и все приходится монтировать через Windows Movie Maker. А ты сам понимаешь, то, что качество значительно ухудшается, и получается просто билиберда. Поэтому я буду копить на новую камеру. У меня уже есть определенная сумма денег. Слушай, ты хотел приставку купить? Да ну нафиг эту приставку, слушай. Сразу же передумал, пока снимали. Xbox 360 у меня уже есть. Зачем? И что мне еще? Какую приставку хотел? Я хотел PS4. Зачем? Ну в том-то и дело, вот сейчас как-то передумал. Снимать видеоблоги. Вот именно буду охрененные видеоблоги снимать. Что так мы? Да еще малой. Многие могут подумать, что мол. Кому интересно мнение малого школьника? Что там говорит? А, Ксения. Да, видел видео погоду в Екатеринбурге, там оперует такое? Видел, видел, видел. Ночи, ночи нас так много. Вот, мы разные действия делаем на одном фоне. Видел. Сейчас. Сможешь так сделать? Нет, чувак. Я вообще офигел, когда Макс так сделал. Даже знал, что нельзя. Интересно, я сейчас, короче, покончу жизнь самоубийством. Смотрите всем. Внимание. Я выжил. Офигеть. Это же Counter-Strike Global Offensive. На игротвонлайн.ру, естественно, это лучше. Это как копатели сегодня, когда играли, ты помнишь? А, ну да, да, да. Первые моменты съемки были. И то неудачно. Начали копатель снимать, поняли то, что полный бред. Начали переснимать его. Вот, и пришли на Минотавр Мейс. Вот. И там тоже, когда падаешь, не разбиваешься. Ну это же Майнкрафт и копатель. Ой, кто меня стреляет? Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ставьте ему дизлайк. В общем, давай реально прощаться уже, потому что окончательно добил. Что ты думаешь? Ну, естественно, 20 минут уже наснимали, чего? Смотри, чтобы зрителям не было так обидно, то, что мы редко снимаем. Завтра же дня начнем какой-то летсплей снимать, сюжетные игры. А? Ну, чтобы зрителям было интересно смотреть. Ну, по-любому наша совместка интересна. Вот, да, это по-любому. Да, будем снимать кооперативные игры обязательно, это прям без вопросов. В общем, всем пока, с вами был Данёк Азианин Фул и один из представителей Бутанчина. На канал ДК, один Фул на наш канал. Всем удачи, всем пока. Да.